Зрители и подписчики моего канала, мы находимся на ВДНХ, вот в таком месте. Здесь парк аттракционов, ну это внутри, конечно, а может и снаружи тоже. Вот сейчас мы будем проходить. Дождь нам не дает снимать. Здесь вот стоит какая-то машина. Аурус. Что это? Это из дерева, что ли, сделано? Так, это гараж. Гараж особого назначения. Так, я так поняла, что это из дерево сделано. Вот такая вот машина. Она стоит на ВДНХ. И вот здесь гараж особого назначения. Понятно. Все нам понятно, да? А теперь мы идем. Там мы идем. Я не знаю. Вот проходим вот такой вот павильон. Здесь калина. Калина. Видимо, цветет калина. Так, вот здесь, видимо, рабочие помещения. Вот где работают сотрудники ВДНХ. Разные павильоны, я так поняла. Вот частные домики, видите? Но это далеко не частные домики. Это служебные такие помещения. Компания. Очень красиво сделано. Смотрите, какие. Как будто мы где-то в каком-то